Всем привет, добро пожаловать на мой канал. Извините за мой голос, мне немножко приболело, но когда еще снимать видео, только на больнице. В общем-то, решила снять видео о моих шарфиках. Если кому интересно, то, пожалуйста, продолжайте смотреть. Кому не интересно, то можете смотреть какие-нибудь другие видео. В общем, начну с такого шарфика. Он мятый немножко, конечно. Просто решила сделать уборку. И вот нашла много шарфиков, которые я иногда даже забываю носить. В общем, мне его привезли из Индии. Вот такой вот он. Очень прозрачный, скажем так. Очень мягкий. И такой нежный. Так, если показать. Он мнется очень быстро. Написано, что он сделан... Точнее, страна производства Индия. То есть мне его привезли из Индии. Ну, не хочешь, не надо. Короче, мне его из Индии привезли. И здесь написано 100% шелк. В чем я сильно сомневаюсь. Ну, в общем, этот шарфик мне очень нравится. Но я его носила всего лишь один раз. Поэтому... Короче говоря, он упал. Так, начну с моего любимого шарфика. Такого зеленого цвета. Он очень такой мягкий, очень теплый. Такой вот шарфик. Он у меня... Я даже не помню, где я его покупала. Но он очень такой большой. Немножко вот прозрачненький, да. И на конце здесь такие махрушки. Классный шарфик. Такого изумрудного цвета. Очень понравился. И я помню, его купила год назад только. Как бы носила я его. Так, начну вот с такого шарфика. Ой, платка. Это не шарфик, это платок. Вот такой вот яркий. Как-то вот такой. Очень, очень яркий такой. Можно сказать, даже весенний. О, вообще красиво. Я его носила постоянно. Как-то вот в том году, в том сезоне я уже не носила. Вот, это безумно такой вот, не знаю, весенний. Даже вот осенью, если такая хандра, можно его классно накинуть и вообще идеально. Покупала я его в магазине центра вроде. Вроде центра. Я сейчас не знаю, у нас в Уфе вроде закрылись эти магазины. Только знаю, что центр обувь на центральном у нас есть. Там, как бы, я туда не хожу. Зонтик купила, я точно помню, что был ливень. Я зашла туда, поэтому точно знаю, что он есть. Купила там себе зонтик, который, в общем, маленький и неудобный. Но во время дождя летнего подойдет. Что-то я заболталась. Короче говоря, вот такой еще шарфик. Я его заказывала на Алиэкспресс. Это мой любимый шарф. Я его ношу с курточкой и с моей любимой синей шапочкой. Так, обожаю этот шарф. Он такой тоже достаточно яркий. Такой вот. И очень длинный. Тоже прозрачненький такой. Но если его сложить, очень даже теплый. Ну, по составу, мне кажется, здесь больше хлопка. Может, даже и 100% хлопок. Потому что он очень приятный. Я, кстати, не люблю вот эти всякие синтетические шарфы вот такого плана. Не люблю. Так, дальше. Дальше. Ну, давайте, если начали с Алиэкспресс, то продолжим немножечко с этим сайтом. В общем-то, заказала вот такой шарф. Тоже что-то меня потянуло на зелененькое. Так, мне нравится такой цвет зеленый, такой насыщенный и такой бледненький. Вот, я заказала вот этот шарф. Он тоже, кажется, состоит из хлопка, потому что ткань такая приятная на ощупь и очень... Кстати, он тоже прозрачный такой, но... Если его сложить тоже вдвое, то, в принципе, он очень тепленький. Тем более, ткань хлопковая. И еще вот такой шарф я не могла выбрать из двух цветов. Почему-то я думала, он будет темнее, такого
не больше бирюзового цвета нежного, да? Я думала, он будет такой насыщенный бирюзовый цвет, такой морской. Ну вот пришел мне вот такой вот. Тоже такой же, прям копия. Только другой цвет. Тоже состав хлопок. Так, самый первый шарф, который я заказала на Алиэкспресс, он стоил 300 рублей. Это самый, вообще, самых первых заказов, которые я рискнула, скажем так, заказать. Это был такой шарф. Мы их заказали в трех цветах. Это темно-синий. Какой еще? Еще какой-то. Ну, такой бледно-синий, темно-синий и вот коричневый. В общем-то, тоже он такой прозрачненький достаточно. Такой вот. Но, как я уже говорила, он очень длинный, кстати. Вообще длиннющий такой. Если его тоже сложить вдвое, то, в принципе, нормально. Говорю, это первый шарф вообще, который я заказала на Алиэкспресс. Тут такой бардачок образовался. А стоил он 300 чем-то рублей. Потом через какое-то время они стали стоить 700 рублей. Потом я уже не смотрела. Хотела всех цветов заказать. А потом думаю, хорошо, что не заказала. Будет как вот эти два одинаковых. Еще такой же шарф. Ну, почти такой же. Коричневый, синий, голубой, там рыжий. Тоже заказала на Алиэкспресс. Он стоил всего 90 рублей. И он был в красном цвете и в синем. Я взяла в красном. Ой, в красном. Ну, при этом показываю синий. Почему-то я взяла красный. Шутка. В общем-то, я взяла синий. Такой, потому что мне больше идут цвета синие, зеленые. Красные мне тоже, конечно, идут. Но что-то у меня пока нет тяги к красному. В общем-то, вот такой шарфик. Очень нравится. Тоже я его ношу. Ну, забыла про него, в общем-то. Также вот этот шарф, я вообще не понимаю, где его взяла. Мятый такой весь, какими-то цветочками. О, даже, наверное, написано, где он сделан. В Корее. В Корее он сделан. Что-то я заходила в магазин, мне он показался большим, что-то я так его сходила. Продавец так обрадовался, только да, берите, конечно. Что-то я потом его дома развернула и поняла, что это носовой платок. В общем-то, он так у меня и лежит. Так, еще один шарфик. Это мой самый первый шарф. Я ношу, носила в школе еще. Таким вот образом он выглядит. Вот. Так, и еще шарфик, который мне мама вообще никогда не дарит шарфики или какие-то там. И тут она вдруг приходит и говорит, я шарф купила. Я в шоке, представляете, он с котятами, вот, с кошками. Я говорю, маме, ты что купила? Она говорит, да что? Я говорю, тут же кошки. Она говорит, я знаю, вот классно, да? Очень такой яркий, такой вот классный шарф. Мне он очень понравился, но он как снуд такой получается. Снуд такой. Вообще классный шарфик. Что-то я кроме классного ничего не могу сказать. И вот такой вот зеленый шарф, такой луговой. Я его приобрела недавно. Он стоил всего там 150 рублей. Это 100% хлопок. Нет, вру. Не 100% хлопок, 40% хлопка и 60% вискозы. Да. Вот состав. Ну, в общем-то, не знаю, наверное, видно не будет. Здесь написано вот 40, 60 и... Если мы перевернем, а если мы перевернем, то... Да что ты, а? Не хочет фокусироваться. Вот хлопок и вискоза.
В общем, классный шарф. И вот так вот он ярко, скажем так, по-летнему. Ну, не летом, конечно, его носить. Но очень классно выглядит. Вот такой вот. Он очень длинный. Тоже, в принципе, он тонкий. Такой вот. Вот. Вот такие шарфики. У меня есть и зимние, конечно, но они не имеют никакого, скажем так, красивого вида. Надо, конечно, тоже приобретать такие яркие. Но есть один яркий, остальные все черненькие. Так что всем спасибо за просмотр и всем пока!